Отметили Масленицу и в детской школе искусств поселка Развилка. Где ярмарка, там и праздник. Спектакль под таким названием подготовили для гостей учащиеся театрального отделения «Дыши». Зрители смогли окунуться в ярмарочную атмосферу, познакомиться с дрессированным медведем и веселыми куклами и узнать, как цыган пытался коня продать. А давай-ка, брат Егор, на этом коне на ярмарку-то и доедем. Лови его! Лови его! Зрители по достоинству оценили и яркий танец красавицы-цыганки, и традиционный масленичный хоровод самых юных участников театрального действия. Обращение к теме русской ярмарки – это способ донести детям культурную основу праздника, его особенности. У нас вошло уже в традицию, каждый год мы проводим такое мероприятие на сцене с театрализованным представлением, делаем сцены из русской ярмарки. В том году мы делали «Петрушку». То есть каждый год что-то новое мы привносим. После концерта в фойе ДШИ и зрители, и артистов ждали душистый чай и горячие блины.